Новополоцкой городской больнице исполнилось 55 годов. Сегодня тут працуют больше за 400 медиков. За 12 специализованных отделений у больницы 5 межрайонного профилю. В 2017 году тут открыли кабинет компьютерной томографии. Эта новинка позволила поднять на новый уровень оказания медицинской допомоги при неуралгии, повысить якость диагностики онкологии на ранних стадиях, эффективно допомагать пациентам при тяжких травмах. Так само сёлета новополочане набыли аппарат для лазерной хирургии у отделения офтальмологии и усталявали сучасные аппараты ультрагуковой диагностики. Планируется в дальнейшем развитие по оказанию медицинской службы. Это организация возможным травматологического пункта, центр нейровизуализации. Сейчас ведутся работы по установке для проведения рентген-эндоваскулярной хирургии. Год мы заканчиваем, в принципе, с неплохими показателями по демографической безопасности. Благодаря чему мы добились этих результатов? Это благодаря слаженной работе коллектива. У нас в последние годы появилось большое количество врачей, молодых специалистов, которые вносят как бы новую кровь в наши кадры, новое движение, появилось новое оборудование. На базе Новополоцкой городской больницы працуют 5 межрайонных отделений. У мясцовый родильный дом и скурно-венерологичный диспансер оказывают медицинскую допомогу жихарам 10 районов Витебской области. Все лето в Новополоцком роддоме на свет з'явились 2130 новонародженных. 864 из них жихары Полоцка и Полоцкого района.